Делать знают те, кто управляет. Другое дело, что делать этого они не будут. Дело в том, что все нефтегазовые доходы нужно вкладывать в экономические, я подчеркну это слово, захват внешних экономических рынков. Приведу простой пример. 7 лет назад продавалась одна из крупнейших германских сетей «Карштадт». Стоила она копейки, 20 миллионов долларов там, или миллиардов, не суть. В рамках бюджета это вообще разговор ни о чем. Задача нашего государства была выкупить эту сеть и сначала научиться изучить покупательские предпочтения, а потом в России сконцентрировать интеллектуальный потенциал, который будет производить эти товары, не производить физически, а разрабатывать, а заказы размещать в Китае. А мы все время мним, чтобы нам главное здесь запустить заводы. Так вот, производство 21 века – это не загрязнение и убийство собственной природы и собственных ресурсов экономических, а создание интеллектуального потенциала. По такому принципу идет Германия. Она практически не исчерпывает свои природные ресурсы. Мы же идем по логике исчерпания своих внутренних ресурсов.